преддверии Дня России в административном центре «Газпромдобычи Ямбург» в Новом Уренгое царила патриотическая атмосфера. Специалисты службы по спортивно-оздоровительной и культурно-массовой работе плюс активисты Совета молодых ученых и специалистов организовали праздничную встречу. Приветствовали коллег, вручали флажки и ленточки триколоры. А еще каждый работник мог обозначить свое место рождения на глобусе. Мероприятие было организовано при поддержке ППО «Газпромдобычи Ямбург» профсоюз. Атмосфера праздника чувствуется, люди очень отзывчивые, люди очень улыбчивые, добрые и очень легко идут на контакт. День России – один из самых молодых и важных праздников страны. Его стали отмечать около 30 лет назад. Связано это с принятием декларации о государственном суверенитете от 12 июня 1990 года. Поэтому эту дату считает точка отчета новейшей истории государства. Алмаз Абдельманов, Кирилл Мамонов, Новый Уренгой, специально для ЯТВ.